собираться. Вообще ничего не понимаю. Все так быстро произошло. Нормально или нет? Hello everyone! Я хотела жить в стране, где всегда тепло. Я возвращаюсь домой. Время 6 утра. Сегодня был классный вечер, и спасибо ребятам. Я очень-очень счастлива. Все вышло 54 тысячи тенге. Мама, ты тупая, тупая мать. Пришла сдавать ПЦР с утра. Просто потому, что здесь у меня есть скидки. Закрылись. Да, давай тут сидите, тупая. Мультик, писатик. Сегодня я сдала ПЦР. Сейчас встретилась с Кульбер. Потом встречаюсь с Алибеком. Такой загруженный график у меня перед отъездом. Вот и еще на работу надо издать все вещи, пропуск, все надо сдать. Само не верится, то, что я скоро улетаю. Вообще не верится. Это будет. Тебе надо экран почистить, он прям в какашках. Мы сейчас гуляем по Владивостоку. Сегодня я должна получить результаты ПЦР-теста. Наши я отправлю, мне должны купить билеты. Тогда я буду скучать вот по всему этому. This is so good. Что ж, ребят, этот момент настал. Я переезжаю в Дубай. У меня сегодня был последний день в Астане. Будем собираться. Время 9 вечера, как тонер. От Пурита заказал вам мой панда. Собираю вот вещи. Не успеваю. Ну, ребят, дули. Я собрала вещи. Я все-таки поменяла чемодан. Этот, потому что он больше идет. Вспоминаю, как я летала в Шанхай первый год с этим же чемоданом. У меня было 33 килограмма. Мы еще заблудились, не могли найти свой accommodation в Шанхае. Я доставала вот этот вот чемодан. И с этим рюкзачком тоже. И у меня еще есть вот этот маленький чемоданчик. В общем, не знаю, Fly Dubai, первый раз летаю. Какие у них правила, что, какие у них самолеты, вообще не знаю. Надеюсь, будет 30 килограмм, потому что мне положено, кажется, только 30. Или попадется тот человек, которого я знаю. Портовские. Дальше. О, ребята, спасибо. Это была водка. Приехали. Самое главное, удачи Аиде. Через час у нее вылет. На видео. Это будет влог. А вы смотрели мой влог? Да. Айдокин сегодня улетает. Да. Раньше, чем я. Это прям начинание какой-то взрослой такой жизни, мне кажется. Мы об этом говорили миллион раз. И этот день наступил, этот день сейчас. Я не знаю, когда мы увидимся, но надеюсь, очень скоро. Я вышла с аэропорта, мне кажется, я купила самую дорогую сим-карту, потому что я не знаю, какой покупать, вообще ничего не понимаю, но я купила на один месяц. У меня здесь будет карантин, рум-турчик, завтрак, паспорт. Что тут у нас еще есть? Даже рюкзак снесла. Окей, ванна, все чисто, все красиво. Нравится, когда светло, так что откроем все. Это что такое? Какие? Прикольно. У меня завтрак. Прикольно. Я умылась, переоделась. Только что заходил нож, спрашивала, как у меня дела. Все ли хорошо, все ли нравится. И завтра будут меня проверять, чтобы третьего отпустить. Если все завтра будет нормально, не будет температуры, то третий меня отпускает свой accommodation. Кстати, оказывается, мы можем и здесь жить, и есть другой accommodation. Но здесь так тихо, ребят, просто я кайфую. Буду вас держать в курсе событий, и мне кажется, этот влог будет долгий, может, хотя не знаю, мой самый долгий влог — это 8 минут. И то я думаю, блин, капец, как много, люди будут смотреть или нет. Вам вообще интересно смотреть.
день-два на карантине. Я вчера весь день спала, вот после того, как я приехала, была бодрой 2-3 часа, потом все. Даже аппетита особо не было, мне кажется, просто потому что я очень много волновалась, переживала, где-то собирала вещи. Все так быстро произошло, и из-за этого, мне кажется, я даже до сих пор не могла осознать, не могла понять. И мне нужно было отдохнуть моему организму. Я вчера вот отдыхала весь день. Я даже не знала, сколько времени сейчас, потому что у меня зарядки не было на сутки. Утром меня разбудили, когда принесли завтрак. Только потом я поняла, что, оказывается, 7 утра. У соседа спросила зарядку. Позавтракала, настроение супер. Сняла видео на YouTube. Не знаю, как это получилось. Ну, так быстренько сняла. Последний день самоизоляции. Я жду медсестру. Я не знаю, почему она опаздывает. Она вроде говорила, что в 9 придет. Интересно, что будет. Я только приехала, заселилась. И почему-то я приехала, и у меня уже новые цели появились. Потом у нас сегодня был ифтар. Only female, right? Wow. Красота. Окей, может кто-нибудь меня сфоткал? Знаете что? Я поймала себя на мысли, что нет, вызовем деревья, ревные. Спокойно могу ходить одна. Не буду никого искать. Я думаю, это нормально или нет? Сегодня я сфотографировалась на визу, купила вешалку и зеркало. Привет всем. Сегодня был мой первый день на работе. Все понравились. Вообще атмосфера тоже, все так тихо, спокойно. Вы знаете, что здесь из-за ОРЗ? No mask. Oh, here's... One photo? No, it's okay. Nope. Selfie. It's the video. Hello? Hi. So, do you like it? Wait. The place okay. I wanted to show it when I'm eating is like sushi. Where is it? Where this is one. It? Sushi. Soya sauce. Spicy. Мы сейчас в Дубай-Марине. Да, ребят, я особо много не снимаю, не получается это все снимать, но я буду стараться. И мы идем, я не знаю, куда, говорят, Шиша. Неизвестно, куда идем, но очень интересно. Кстати, погода не жарко, не холодно, да. Здравствуйте. Я веду GBR, у меня завтра выходной, так что... Можно отдохнуть немножечко. Зашла в H&M. Мне кажется, здесь вот почему-то недорого. Это стоит всего 99-100, да, дирхам? Прям так вкусно пахнет, знаете? So beautiful. Я заказала себе креветки. Я обожаю креветки, если вы не знали. Я просто обожаю. Но я хочу попробовать, потому что это креветки. Коктейль называется, что ли? Здесь у нас салат. Вот. Классный вид. Прям все лакшери. Слышите звук? И стою и наслаждаюсь. Вот колесо обозрения. Смотрите, какое большое. Say hi to everyone. Hello, everyone. It's Iru. Iru from Argentina. У меня камера уже сдохла, как я говорила. Ну, я хотя бы поснимала город, пока ехала, для каких-то маленьких кадров в слоу-мошене. Жарко и душно, но мне как-то это даже нравится. Всегда хотела жить в стране, где всегда тепло. И мне даже мама говорила, мне кажется, ты привыкнешь. I was like prettier when I left my house. Называется Bluewaters, Waters. Это место. Очень классно. В супермаркет зашли, классное бобовое платье у девушки. Вот где мы сидим,